Ладно, давайте я сейчас на паузу поставлю. Чего вы там орете-то? Пак не дало? А почему, кстати, не дали пак, слушайте? А за что, кстати, почему не дали? Нахер консид? Я не консидал. Валира и Малфурион. Я должен защитить... Ладно, может сейчас у меня это... Нормально будет оппонентий. Думаю, начнем с Муклы. Мой тиммейт дебил. Здравствуй, я тиммейт Гнума, а я дебил. Добрый вечер. Как ваши дела? Ничего, сейчас заработаем. Сейчас заработаем наш бустер. Я уверен, что мой напарник, тузер, невероятно сильный игрок. Украшаем таверну изо всех сил. Блин, надеюсь, вообще существище на стол. Блин, типа хотят испортить вечеринку. Сделай что-нибудь, чувак. О, нормально. Я, кстати, не отказался бы в прошлый ход. Ну ладно, в этот тоже можно. Так, ну что, мы ставим короля Муклу или дракония? Дракон будет 4. Ну блин, атака 4 мы не будем убивать. Надо Муклу ставить. Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры? Где деньги лежат? Как же ты рофлишь? Привет, феномен, привет. Я никогда вообще не рофлю, я всегда абсолютно серьезен. Никогда не шуткую. Сам ты рофлишь, ёпт. Ну давай, надевай сюда банан, иди в атаку. Чё тупишь-то, алло, прием. Прием, прием. Сюда, банан, бац. Ням-ням-ням, как абер сегодня. Включи музычку из ХС. А я включил. Вот она, видишь. А нету, все, нет музычки. Не время для музыки. За игру с другом дают пак, почему? Нужно пройти через этот ад с тупыми тиммейтами обязательно, чтобы выиграть пустер. Черт побери. Что-то мой оппонент задумался, очень сложная ситуация. Не может совместить банан и голема 4-4, чтобы съесть 3-5. У тебя было 2 банана. Один банан ты отдал голему. Сколько бананов у тебя осталось? 8! Здравствуй, Саха. Спасибо за подписку. А, стрим снайвит. Ну, блин, урожай, чувак. Ёб твою мать. Это мой напарник. Сейчас еще проебем. Что происходит? Сдаюсь. Оппонент дебил. Бля. Что за? Нормально. У него не тузерник, а лузер. Ёб твою мать. Что делает мой оппонент, а? Ну, в смысле, напарник. Что он делает? А, может, он... Я не знаю, что он делает. Он какой-то загадочный. Загадочный он какой-то. 15 хп осталось. Ёб твою мать. Добрый вечер. Ну, может, не расчет на то, что мужика 9 детям хочет поставить, но до него еще целый ход. Он сейчас сдохнет. Не знаю, что он какой-нибудь там расчет. Будет ли обзор карт на стриме? Сегодня вряд ли. Ну, дали ему карту. Че, пусть наслаждается. Он украшает Эвен. Чувак в чате пишет. Мой друг вчера поставил эксперимент. Взял колоду пиратвара и взял легенду за 6 часов. Ну, это с какого старта? Какая была стартовая точка? С 16 ранга за 6 часов не возьмет. За 100% винрейт иметь.
А если начал с какого-нибудь, не знаю, с третьего, то это дело нехитрое. Ох-ох-ох-ох-ох. Ну, я даже не знаю, ребята. Шо какие-то загадки во тьме. Сколько задонатить, чтобы ты карты обосрал? $1,000,000. $1,000,000, и обзор тут же будет. В ту же секунду стартует. Какой-то жалкий $1,000,000. О, Голливикс. Это охрененно. Голливикс просто бомба. Да, детка, Голливикс. Чувак, не торопись украшать таверну, там вылезет еще такая хрень. Я не знаю, курсит ли ты, но вылезет хрень, нам уже почистить тоннер, да? Тут было место, иначе беда будет. Там не нужно заваливать весь стол. Я помню потасовку с этим, с механо-хреном каким-то. Где Рома был? В Сочи ездил. Обзор сегодня ночью. Я вообще подумаю на стриме. Я пока не решил, то ли на стриме, то ли на стриме. Но какой-нибудь обзор точно будет. У тебя стул белый. Спасибо за информацию. Так, нам нужно что-то скормить, да? Желательно побольше. Но мы больше одной карты скормить не можем. Это проблема. Ну, можем тебя, конечно, скормить. Но монетки хочется... Не буду. Интересно, а что будет, если занять стол? А он все равно убьет меня существо, да? У меня не будет полного стола. Ой, из-под земли, это хорошо. Не буду. Мы пока еще не очень готовы. Впечатляет. Чувак, ладно, давай пиньяту, сразу мне пихай спылов, принца Голливикса, я тебе дам монет, ты мне дашь спылов, давай, поехали. Поехали пиньятить, мы готовы. Хотя нет, это мне нужно дать пиньяту, да, это мне нужно поставить пиньяту, чтобы сразу он начал спылы давать. Это моя задача. Вообще, ему джейдов все нужно раскрутить там. Ну, прикольно. Смотри, играем спел, монета сюда, спел сюда. Сейчас, ой, сейчас своих джидов еще раскручу. Где моя доля? Где моя доля? Что-то многовато как-то мне тут. Многовато братвы, по-моему. Так, и... 15 хп, между прочим, осталось. Блин, сап. У меня слишком много карт. Так, у меня что-то закормил картами.
осторожнее. Короче, я закрываю, давай, поехали. Только нормально, дай мне спылы, нормально. Не вот это, ты же меня накормил тут какой-то хуйней. Чё? Что, простите? Что произошло? Ну, зато место на столе есть. Я так хотел. Впечатляет. Бананы пошли. Бля, а как мне мужиков сейчас убивать? Сейчас буду обилкой мочить. Так, ладно. Спокуха, не ссыте. У нас 12 маны, да? 5, 10, 13. Не хватает. Сейчас справимся, не ссыте. Мои колбаса всегда открыты. 31 карта у чувака. Нормально. Надо как-то его мужичков убивать, а то он мне морду набьет. Бля, да что происходит, а? Хватит уешать, чувак. Кстати, заметили, я второй раз играю рогой. Тут, видимо, всего два класса, рога и друид, да? Уничтожать незваного гостя. Чё ты не мог своего уничтожить? А, ну так тоже можно, да. У меня хп все-таки меньше. И гостей у тебя больше. Мог бы, конечно, два раза себе. Мы, кстати, не можем 5-7 убить. Дерьмо. Ха! Три дамага к пиньяту. Где деньги лежат? О, нормалды и похилю. Спасибо, Лось, спасибо. О-о-о! На самом деле, возьми по карте, мне нравилось больше. Ну да ладно. Смотрите, сейчас идет. Как ты заебал, а? Как ты заебал? Это просто жесть. Вот это уже был перебор. Блин, ну от неруба пока толку мало. Надо кормить картами, чтобы он уже джейдов разогнал. Да, он разогнал джейдов. Спасибо. А я пока еще не разогнал. Просто пиздец. Он уешит каждый ход. Он раньше так не уешил много. Еще проиграем. Как потасовка. Забавная, забавная парафин. Надо карты брать, чтобы джейдов тащить. У меня тоже тут бесконечные карты. Тоже джейдов разгоню под конец. Главное дожить до этого конца. Блин, 5-7 здоровые. Их не убить этими штуками. Давай-давай джейдов. Давай-давай. Больше джейдов. Больше джейдов. Хера себе, уже два гостя. Так, ну хорошо. Давайте решать проблемы по мере их поступления. Бац. 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 Готовы ли мы зашафливать?
Готово, то сейчас 7 по 2 опять получим, ну нахер. И надо уже добивать этого, хп мало. Пушки-то не резина, 16 сейчас двое выстрелят, их надо счистить. 26 хп получил, ага. Здорово. На днях листал ленту в ВК и наткнулся на фото парня с кошкой. Очень он похож на тебя. Может, даже это ты и есть. Ты? Я. Все, ты меня раскусил. Я открывать ссылку не буду, я все равно знаю, что там находится. Ты 7000-й человек, который мне показал эту картинку. Спасибо, чувак. Это он что, типа летали уже на все деньги в лицо? А ты уверен, что мы добьем, чувак? Может, тебе дать еще? Мы, наверное, добьем. Да, я думаю, добьем. Мы, по идее, должны. Ва-банк пошел, смотри, на все деньги. А я, кстати, не уверен, что добьем. Ебать, теперь точно не добьем. Так, ну что у нас? 5, 9, 12. Ровно летал. Смотри, как интересно. Смотри-ка, добили. Мы все-таки выиграли. Ну что, очередная уверенная победа. Спасибо за записи, Ведьмака. Жду еще. Тебе вам спасибо, будет еще, будут записи. В середине... Да что ж такое-то, ничего не открыть. А я уже хочу открыть, они все не открываются. Уже у нас бустеров тут как грязи. 53 бустера. Ладно, давайте еще раз сыграем. Еще разочек хороший, потому что они длинные, эти потасовки. Раз уж ты вернулся, то я тоже вернулся с Спасибо за подписку. Так, как бы нам начать, чтобы так попизже сразу, чтобы помощнее? Муклу, например, да, поставить? Мурлок, наверное, неплохо, но нет, Мурлок нужен попозже. Мастерица микстуры вначале не очень нужна, она все равно атаку не будет ходить, толку от нее. Возьмем расхитителя гробниц, он хорошо съедает 3-5 еще монетку даст. Съест двух мужиков и даст монетку. Мастерицу я, наверное, даже ставить не хочу. Сразу зашафлю. Чувак, первый на стол надо ставить. Что ты делаешь? Ладно, эти мастерицу. Какие побочные эффекты? Чувак, а ты не рановато ли пришел? Похоже, когда первое существо ставишь, да, он вылезает. Потому что, по-моему, они раньше на третий ход ползли, а сейчас вылез на второй ход. Мне кажется, связано с существом. Я поставил существо, и все, и проблемы теперь у нас. Ладно, все равно начнем с 5-4. Ты сюда шафлишь первое, чтобы быстрее разгонялись? А как это связано с быстрым разгоном? Никак не связано с быстрым разгоном. Наоборот, их медленно разгоняешь. Когда ты ставишь на стол, ты разгоняешь. Когда ты не ставишь на стол, ты их не разгоняешь. Где тут разгон нашел, непонятно. Так, ладно, остается существо, которое будет хавать их. Спасибо. С обилкой связано? Нет, точно нет. Потому что первые два хода мы взяли обилку, ничего не происходило. А вот с существом, да, похоже, не реагирует на существо. И раз мне карт надавали. Что-то он не справляется с зачисткой моих мужиков, надо ему помогать. Явно у него проблема, сейчас все сдохнет. У меня уже сейчас 3 мужика будет. Так, ладно, давай что-то придумаем. 4, 5, 6.
7, 8, 9. Бац. 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 Так. Но он сейчас получит на 6, им нужно что-то предпринимать. Но я смогу его еще похилить. Смогу медленно похилить. Надо поставить вначале как можно скорее репортера, потом ставить мужика 9-9 перед переходом, потом хилиться, потом переводить. Ну да в идеале, так-то вообще не сложно убить. Не сложно выиграть, в смысле. О, рулет пошли, хорошо. А, свежий воздух. Нате, друг, хард. Нате, друг, ТП. Нате, друг, все, что захочешь. Не хочешь со стороны друида глянуть? Я ж не против, но тут же рандомно выпадает класс. Меня ж никто не спрашивает. С чьей стороны ты будешь играть? Я бы сыграл, да, три раза подряд за рогу. Нет, два раза подряд. Нет, три раза подряд за рогу играю. Жируха. Тейк. Миркли. Спасибо, Миркли, за подписку. Тролль потасок Калибун? Да, можно тролль потасоку, кстати. Редкий случай. Редкая возможность сыграть тролль потасоку. Чувак, ты быстрее там разгоняй своих джейдов. Пора переводить пиньяту. Мы уже готовы. Давай, давай, джейдов, какие эффекты? Ну что, с монеты зачем ты таверну украшаешь? Ты вил. Зачем ты с монеты украшаешь таверну? Она и так красивая. Куда ты еще ты украшаешь? Худета на баракрае, ты знаешь, ни раз не поставил, он тут нахер не нужен. Роман, здорово. Мы по твой стрим бухич устроили. Фартум мастерли. Кошечка, крыша, капулькой, соси, соси. Вах, ну я-то не такой. У меня-то стрим не такой. Чувак! Так, ну ладно, мы, в общем-то, готовы украсить. Где деньги? Да, я думаю, готовы украсить. Не заставляй стол полностью, оставляй один слот пустой, чтобы появлялся тип. Тогда твой стол не ауэшник, и когда ты сапаешь в руку, то он прыгает из руки и пропадает. Спасибо, Димас, да, мы это уже заметили. Фартук в масле, оливье. Вот это смешно, кстати. Давай, хиль на 7, поехали. Правда, сейчас этот прыгнет сюда, потом еще этот прыгнет туда. Что же мне делать? Так, пиньята. Придется сюда идти. С
стрёмно как-то, но приходится. Так, конечно, игрок берет карту. Когда меня стремит, поставь, пожалуйста, короли ночной верхушки. Чё поставить? А, хорошо, Геральт, чуть позже, окей. Тебя я буду стримить позже. Пинета бафт мужиков до 5-7, да? Спасибо, чувак, спасибо. Ценная информация. Неочевидная такая. Спасибо, что просветил нас. Теперь все стало на свои места. Теперь все стало понятно. Что-то Олег-то разошелся. Видимо, поднакопил коллекцию, пока никого не было. Так, у нас ту матчу существа, да? Ну, мы дракона отдадим, и 9-2 отдадим. Да, это мы все отдадим. Вести прибамбаска всегда в курсе событий. Не, погоди. Погодь, погодь! Ромашка, расскажи о них. Ты запили трек плистов спринт. Надо гостя уничтожать, что-то два гостя, он с ними не справляется. Карты это, конечно, хорошо. Хорошо, конечно, карты. Давай вот так вот качнемся. Анекдот тебе рассказать? Купил мужик шляпу, а она ему как раз. Давай убьем на следующий ход его, а? Давай ты все в атаку, и я все в атаку, и мы выиграли. Открытие пока будет, или ты в крысу ночью под одеялом? Да, под одеялом ночью в крысу. Все, как ты сказал. Люблю, значит, ночью под одеялом, когда никто не видит. Опять мне чувак всю руку засрал. Спасибо. Хотя, мне кажется, здесь тролль-потасовку сложновато сделать. Все, что ты можешь потроллить, это просто не убивать этих прислужников, чтобы они убили тебя. Будет какая-то чушь. Не, я думаю, мы без тролль-потасовки обойдемся. Давай, все, в пятак сейчас выиграем. Прямо этот ход выиграем. Давай, 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 камон. Камон, давай. Твою мать, давай. Так, ну что, сколько у нас здесь? Опа. 11... 20, 22. Под 6. У нас обилка есть, погоди. Так. Ну-ка давай, каждый игрок берет карту. Ну что, теперь-то летал? 12, 20, 22, 25. Стоп. 12. 20, 22, 25. Там 27. Где там раздобыть 2 дамага? Давайте поищем 2 дамага. Нет, дамагав. Дамагав двух нетов. Что ж такое-то, а? Как же ж так же ж? Что ж такое же ж? Я хочу убить свой ход. Вот отстой. Мне надо решиться. Мне нужны ответы. Мне нужны котлеты. Какая фигня. Бананы. Бананы не качают наши репортеры, потому что он их не берет в руку. Они, ну, в смысле, он их не дрогает из колоды, он их просто получает в руку, они не качают репортера. Кракеном. О, Кракеном мог! И Кракеном тоже не мог.
Не, ну вообще забавно, но что-то после двух потасовок уже жутко скучно. Ну да, не за что, все, отпускайте меня. Потасовка не качает, нефть качает.